Коллекция представлена в двух ароматах. Это пряный кедр и сочное яблоко, и лесная земляника, и зеленый чай. Каждый аромат представлен в трех продуктах. Это гель для душа, увлажняющее молочко для тела и сахарный скраб. Все средства 100% натуральные. Продукты не содержат сульфатов, парабенов, ГМО и продуктов нефтехимии. Продукты не тестируются на животных. Все активные вещества на 100% растительного происхождения. Попробуйте средства спа-коллекции, подарите себе ощущение от посещения роскошного спа-салона, не выходя из дома. Это увлажнение и уход на каждый день. Вот это вот увлажняющее молочко, лесная земляника и зеленый чай. Мы сейчас с вами его рассмотрим. Смотрите, вот так вот он открывается. Так, раз. Все, молочко открылось. Смотрите, какая приятная текстура у нашего увлажняющего молочка. Вот оно действительно молочко. Оно прекрасно впитывается, не оставляет липкости, пленки на коже. Молочко очень нежной текстуры, смягчает, питает кожу, оставляя ароматный шлейф чувственной земляники и освежающего зеленого чая. Это вот увлажняющее молочко с лесной земляникой и зеленым чаем. Оно прекрасно увлажняет. Это ежедневный уход, можно применять каждый день. Применение средств на основе зеленого чая – это ключ к совершенству вашей кожи. Крем-гель. Вот у нас есть такой великолепный. Это крем-гель для душа. Смотрите, какая у него шелковистая структура. Он действительно как крем. Видите, он никуда не льется. Это вот крем. Такой гель для душа, крем-гель. Вот такая текстура. Я бы не сказала, что при этом он не пенится особо, потому что в нем нет сульфатов, нет парабенов, нет талатов. Поэтому он плохо пенится, но при этом он бережно очищает, увлажняет и смягчает кожу. В каждом флаконе спа-коллекции тонизирующий экстракт листьев зеленого чая. Экстракт зеленого чая – это природный антиоксидант, препятствующий старению и оказывающий детокс-эффект. Экстракт ягод земляники превосходно питает кожу и оказывает омолаживающий эффект. Средства с содержанием экстракта ягод земляники идеальны для ухода за сухой и шелушащейся кожей. Экстракт ягод малины прекрасно тонизирует кожу, оказывает омолаживающее действие и помогает в борьбе с целлюлитом. Вот вам молочко, которое такое вот красивое, с лесной земляникой и зеленым чаем, а также оказывает обновляющее действие на клетки кожи. И у нас скрабы для тела, которые обновляют кожу, делают ее гладкой, шелковистой, оставляя шлейф любимого аромата. Смотрите, какая текстура у наших сахарных скрабов. Давайте с вами посмотрим. Вот он. Такой великолепный. Видите, прям. Это сахарный скраб. В качестве скрабирующих частиц в Spa Collection выступают натуральный сахар, измельченные косточки лесных ягод и скорлупа кедрового ореха. Видите, вот тут и ягодки мы видим с вами. Кедровый орех, скорлупу видим. Вот это все здесь. Поэтому это сахарный скраб, но при этом он очень мягкий и прекрасно отшелушивает верхний слой. После его применения ваша кожа будет гладкой, шелковистой и просто будет сиять. Очень легенько. То есть прям эффект на лицо или на руки. После скраба прям кожа волшебная, мягкая, увлажненная. Ну, скраб и молочко же здесь у меня было. А здесь она еще все равно шелушащийся. Поэтому очень рекомендую наш скрабик. И еще немного расскажу вам про кедр и яблоко. Ценные масла кедра насыщают витаминами и оказывают антиоксидантное действие. Средства на основе кедрового масла омолаживают, возвращают природную упругость и эластичность. Сок яблока, который входит в состав этих средств, освежает кожу, повышает ее эластичность, мгновенно тонизирует,
Масло пихты – находка для тех, кто хочет иметь подтянутую и сияющую кожу. Увлажняющее молочко для тела, яблоко и кедр. Смотрите, вот так вот запаковано. Мы здесь берем, тут видно, не видно, и открываем. Вот так вот снимается упаковочка. Вот у нас такое великолепное молочко. Также хорошо наносится на кожу. Также прекрасно впитывается. Смотрите, какая замечательная у нас коллекция. Перенеситесь в мир настоящего блаженства с роскошным спа-ритуалом. Обновите кожу с сахарным скрабом для тела. Затем воспользуйтесь увлажняющим гелем, крем-гелем для душа. И завершите спа-ритуал великолепным увлажняющим молочком для тела. Подбирайте ароматы под свое настроение.